Всем привет, это Народные патрули. Разбираемся, что интересного произошло за минувшую неделю и попало в объектив наших зрителей. Ну а стать участником выпуска проще простого. Достаточно снять видео на волнующую тебя тему и прислать нам. Для этого пиши в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Telegram «Народный нижнее подчеркивание патруль49». Вот и настал тот момент, когда на лед активно повыкатывались рыбаки. В бухте Нагаева лед прочный, хотя по соображениям безопасности МЧС рекомендует оставить автомобиль на берегу. А вот на Гертнера уже есть первый утопленник. К счастью, это только машина. Под лед ушла Mitsubishi Delica, водитель и пассажир вовремя успели выбраться. За минувшую неделю пожарные активно тушили частный сектор. 20 января загорелся дом на улице 2-й Транзитной. Когда удалось справиться с огнем, в жилище был обнаружен погибший. Днем позже горел дом на улице Сибирской. Здесь обошлось без жертв. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования. Следующее видео – это комбо из нарушений ПДД и не самых правильных поступков. Однако чудом ни одно из них не привело к аварии. Загибаем пальцы. Автор видео пролетает мимо двух пешеходных переходов, не притормозив. Второй на удачу вылетает слева, а третий, очевидно, гонит сверхположенного и выезжает навстречку. Уверен, что каждый из них считает себя в этой ситуации правым. Эти кадры напоминают ночной кошмар, когда на ватных ногах пытаешься убежать от маньяка. В роли злодея здесь темный седан, а место действия – Потемкинская лестница в поселке Синегорье. В сети появился ролик с предполагаемыми закладчиками. Двух парней заприметили местные жители, а те не только не шифровались, но даже пытались забить стрелу на 6-м километре. Если это действительно юные наркодилеры, то им страшно повезло уйти целыми и не в наручниках. Давай завтра на 6-м километре. Вот, вот эти вот, ложат закладки. Да мы, да, ты, поднимай. Да. Поднимаешь? Поднимаю, да. Иди, да чушь. И ты, малолетняя, еще раз увижу, разобью, понял? Я понял. Ты, Вася, ну, давай по видео. Еще раз, наркоман. А что вы вылазите там, где ебомы? А каково это, как лакомый вы наркоманы? Звони ментовку, давай. Кто расскажет? Да вот эти все, Что с вами делать? Я ничего не сделал вообще. А меня, куса, приезжай. Все слышали, что лучший друг человека – это собака. Правда, у одиноких мужчин это иногда может быть пылесос. Не буду углубляться в тонкости, да и высасывать шутку из пальца не собираюсь. Просто смотри сам. Выгуливает своего друга. Нет повести банальнее на свете, чем ЖКХ, забившая на вызов абонента. Место действия – поселок Уптар. В доме протекает труба, которую по виду уже криво-косо ремонтировали. За целый день чинить ее никто не приехал, и очень зря.
Не так давно в поселке Ягодном из-за протечки покрылся инеем весь подъезд, после чего дело было взято под контроль прокурора. 22 число. Поселок Куптар. Вызвал сантехников утром. Сказали, сейчас приедут, все сделают. Сейчас тут уже плохо видно, конечно. Ну уже. Хорошая у нас батарея, она, видать, течет. Но уже у нас туда на четвертый этаж, у нас первый этаж. Сейчас время уже вечер. Сантехников до сих пор не было. Вот. Соколовская ЖКХ у нас очень хорошо работает. Вот она. О, кстати, с этой стороны видно эту лужу. Вот, а это пятый этаж. Лужа маленькая, вот она как капает. Потому что все течет уже на четвертый этаж. Вот. Пришли домой, позвонили еще раз. Сантехников пытались вызвать. Они адрес опять же записали, сказали, заявка принята. Вот, уже прошел час, я не хотел это видео записывать, но уже прошел час, сантехников нету до сих пор. А вот это, извиняюсь за выражение, до утра затопит нижние этажи. Вот, как-то так. А в завершении милая история из дикой природы. Мужик с камерой, может и сам того не желая, спас зайца. Оказалось, что косой не такой уж и трусливый, и если стоит выбор между человеком и соболем, он выберет первого. При этом хищник нападать постеснялся и прекратил охоту. Заяц бежит спасаться ко мне. О, соболь меня увидел. Заяц спасся. Здорово, братан. О, к машине прибежал. Ничего себе. Что будешь делать? Ну, парень, сегодня твой день, конечно. На сегодня это все. Ну а какой окажется следующая неделя, зависит только от тебя. Поэтому держи камеру наготове, снимай все, что кажется интересным, и присылай нам. Для этого есть WhatsApp с номером 8-924-855-2525 и Telegram народные нижнее подчеркивание Патруль49. К тому же каждый месяц мы разыгрываем приятный денежный приз, а получает его самый активный зритель. Так что не упусти возможности. До новых встреч!